Йо, пацаны, всем салют, меня зовут Ярик Бушель, как видите, я нахожусь в Москве в Рамстройхаусе. Не катался я 4 месяца, а приехал я на ежегодный фестиваль «Прорыв», меня пригласили. Сегодня мы снимем очень интересный видос, я покажу, как я катаюсь спустя 4 месяца. И одну штучку вас научу, очень-очень секретную и очень серьезную. Поэтому смотрите до конца и не переключайтесь. У нас влог, мы снимаем влог, пацаны, здорово. Если не понравится, здорово. Если не понравится, я просто не выложу историю, а... Тапки в деду отдам и все. Это что было такое? Это было Алю 540 флэр. Давай, флипчик, будет дроп сейчас? Флип-дроп? Ну, ты делал, я видел, да. Ну, я без защиты, ну давай. Я тоже без защиты. Просто на бок куда, я не сделал. Руки жестче, смотришь? Все, на сегодня катание окончено. Хочу вот прайс делать. Только не флип. Решили мы немножко взять с собой в тиму наших сокамерников, а именно Рубена Саркисяна, вот он делает трюк. Дип трёха. Ужас. Ужас какой-то, не делайте так никогда. А барик. Пацаны, короче, увидели, как я упал. Я в шоке. Я просто думал о другом трюке, о трюке в квотере. Забыл про бэкфлип. Никогда так не делайте. Всегда думайте о том, что делаете в данный момент, чтобы не было таких ситуаций, как у меня. Вот. А мы дальше смотрим, как Ярик катается. Хорошо, я так не умею. Пойдет так чисто. Сделал я этот трюк первый в мире, а именно в 2020 году, как только меня взяли в команду Kick Scooter Show. Мотивации было миллиарды, я пробовал все, что мог, и в общем-то поставил его в 2020 году. На данный момент Bushly Flip имеет 4-5 человек в мире, и 3 из них, помимо меня, живет в России. А именно 2 парня из Казани, я, который живу в Краснодаре, и еще, может быть, Станислав Басанский, который в скором времени его доберет. Подходить к этому трюку нужно с головой, с положительными мыслями, потому что трюк достаточно серьезный и травма опасна. Полностью подготовились, уверены в себе, пробуйте. Сейчас я расскажу про нюансы и про лайфхаки всякие, парни. В общем, сам трюк состоит из 3 частей основных. Это хват доски ни в коем случае ни здесь, ни в начале у дропа, ни вот с этой стороны, именно вот. Вот, хватываете, берете. Второй этап — прокрут через самого себя. Многие делают это, просто кидают и думают, что сам закрутятся. Нет, так не будет. Взяли через себя. И третий этап — это вести до конца и кидать его, соответственно, под ноги. Взяли, прокрутили, давили до конца, отпустили, закинули под ноги, все. Успешно и крутые все сделали. А ребята, у которых левая стойка, показываю, как крутится эта ваша. Взяли, через себя, накинули, поймали. В общем, как-то так. Эй!
так вот делать ни в коем случае не стоит, пацаны. А почему? Потому что делать так только лохи. Нужно делать красиво. Я теперь живу красиво. Взяли через себя вести до конца и кидать его, соответственно, под ноги. Как-то так, ёлки-палки. Взяли, прокрутили, давили до конца, отпустили, закинули под ноги, все, успешно и крутые все сделали. Есть. В общем, мы нашли Вацика, который будет пробовать лучше жить вместе с нами. Мы ему сейчас все объясним, и, возможно, у него даже что-нибудь получится. Привет, Вацик. Привет, Вацик. Я желаю тебе удачи, успехов, счастья и здоровья. Обучалка будет какая-то вообще? Ну, просто рукой дотронуться, там, кинуть самокат, и все получится, я верю. Как ранее мы говорили, рассказывали. Твоя задача правильная. Подобрать хват доски. Соответственно, вот. Как только ты вылетел, не ждешь, пока за тебя все само делается, просто резко из-под ног хватаешь. Под себя максимально близко к телу. И до конца ведешь. После чего рука зашла за спину, самокат закидываешь, идешь под ноги. Все. Все очень просто. Покажи. А эстетичнее можно? Нет, у меня рука болит. Встань, как я. Встань, как я, Ванек. У меня рука болит, Ярик. Берешь. Ты наш пациент, давай. Берешь вот так. Молодец. Аккуратно. Отпускаешь досочку под себя. Он будет сейчас пробовать, смотрите внимательно. Во-первых, берете неправильно, во-вторых, вы выкидываете, думаете, за вас все сделает сам самокат. Нет, берем максимально низкая амплитуда, все, выкидываем сразу под ноги, делаем импчик в конце и поджимаем. А сейчас я покажу вам, Богосева ушел пробовать бушки флип, кстати, даже он заинтересован этим трюком. Я покажу вам флэр-флэт. Пару миллионов лайков, и я сделаю его на бетоне. Сева, бушки флип будет? Взял, пошел. Видишь, как он в состоянии? Он и не вот так, и так вот. Как был, так и веду. Вот человек, который не катается на самокате, делает его на земле спокойно. Поэтому у каждого из вас есть возможность его сделать спокойно. Куда? Короче. И решили разбавить немножко контент. Сейчас мы снимем для вас небольшой Game of Scoot до трех букв. Раз, два, три. Я катаю флэр на стол. Я не умею флэр на стол. Ну давай попробуй. Ну может быть, посмотрим. Флэр на стол. Я загадываю Ярику бэклип по полукругу по копингу. Илюх, мы уже играем. Да? Вот я буду делать, Сева. Уже есть проблемы. Я загадываю трёху в полвип. Ярослав, Ярослав. Так, что тебе загадать? Давай еще поскользим немножко на пандах. Я загадываю там же, где я делал липслайд для разгона на бэклип. Фрон фибл, реверт фейки фибл и вкатить. Что? Я загадываю опусть брать. Вот он! Загадываю тоже трех флип, только вот на тот вылет. Трех и флип у нас проблемки. Я загадываю трех и два киглиса, вот на тот. Как на потолок. Я загадываю Ярославу Бушелю флэр в трансфер из резкого квотера в большом. 362 киглиса на стол. Ну, тут я могу сказать так. У меня болит кисть, я не буду делать. Я загадываю трешку Барнахила на этот вылет. Вот раньше было времечко, такая была года. Дикий стали в стол просто. У меня болит рука, я не могу делать трюки. Я не знаю, что это. Я проиграл. В общем, пока Ваня тут был в Москве, я немножко подкачался, сделал его. А я успел сломать палец, и у меня болит кисть, поэтому я проиграл. Скорее всего, это видео подошло к концу. Пишите комментарии, ставьте лайки. Пару миллионов лайков, и мы сделаем еще одну часть Game of Scoot, где Ваня уже выиграл.
Вот, сейчас. Надеюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока. Комментарии пишите, лайки ставьте, видео репостите. Бай-бай.